уникальный номер. Павел Осипов, пожалуйста. января, день рождения Владимира Высоцкого. Собираемся мы уже не в первый раз по этому поводу. Очень хороший вечер был в артели, в кафе артели. Жаль, что вас там не было. Там хороший звук, хороший аппарат, в общем, все дела. Начну с песни Булата Акуджавы, которую посвятил ее Владимиру Семеновичу. Посвящение Высоцкому. О Володе Высоцком я песню придумал, решил. Вот еще одному не вернуться домой из похода. Говорят, что грешил, что не к сроку свечу задушил. Как умел, так и жив, а безгрешных не знает природа. Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил. Как умел, так и жив, а безгрешных не знает природа. Ненадолго разлука, всего лишь на миг, а потом собираться и нам по следам по его, по горячим. Пусть звучит над Москвою охрипший его баритон. Ну а мы вместе с ним посмеемся и вместе поплачем. Пусть звучит над Москвою охрипший его баритон. Вместе с ним посмеемся и вместе поплачем. О Володе Высоцком я песню придумал, хотел, но дрожала рука, и мотив со стихом не сходился. Белый аист московский на белое небо взлетел. Черный аист московский на черную землю спустился. Белый аист московский на белое небо взлетел. Черный аист московский на черную землю спустился. Самую известную песню Высоцкого хотелось бы исполнить, но у него много известных и популярных, и многие даже думают, что они уже давным-давно народные. Песня называется «Парус». Припев, я уверен, знают все, поэтому давайте припев поем вместе. Может быть, теперь кто-то знает. Срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает никто на батарее. Нету снарядов, уже надо быстрее на вираже. Но парус, порвали парус, каюсь, каюсь, каюсь. Встретить врага — это не горе, если болит нога, эти дверные. Кому-то скрипят, кому-то поют, кто вы такие? Вас здесь не ждут, но парус, порвали парус. Каюсь, каюсь, каюсь. Многие лета тем, кто поет во сне, все части света могут лежать на дне, все континенты могут гореть в огне, только все это не по мне, но парус, порвали парус. Каюсь.
но парус, орвали парус, каюсь, каюсь.